Доброго времени суток, дорогие друзья и коллеги, уважаемые подписчики и зрители моего канала. С вами Александр. В этом видео речь пойдет о довольно интересных и серьезных вещах. Когда вы посмотрите этот ролик, вы узнаете еще один надежный способ, с помощью которого состоятельные люди делают деньги из воздуха, не нарушая при этом никаких законов и не расходуя своего драгоценного времени. Это видео будет полезным для тех, у кого есть свой бизнес в интернете, кто заинтересован в его раскрутке и продвижении, у кого есть небольшой свободный капитал и кто хочет, чтобы он, этот капитал, стал большим. Для тех, у кого денег нет, есть выбор. Можете либо сразу выключить этот ролик, либо можете просмотреть его до конца, если хотите, чтобы деньги когда-нибудь у вас появились. Первое, что вы должны понимать, если у вас есть деньги, то они должны быть вашим активом. То, что вы видите на этом слайде, является самым глупым способом сохранения денег. Когда ваши деньги лежат дома, они не работают, они не создают никакой прибыли. Поэтому в данном случае деньги – это ваш пассив. Если ваши деньги лежат в банке на депозите, они также являются вашим пассивом, потому что там они не работают, а просто лежат. Поэтому и говорят – положить деньги в банк, а не вложить деньги в банк. Проценты по депозиту не перекрывают годового уровня инфляции. В данном случае ваши деньги работают на банк. Для банка они создают прибавочную стоимость. И для него ваши деньги являются активом. А для вас – нет. Второй секрет богатых людей, о котором они не очень любят распространяться – все богатые люди ищут и находят возможности вложения денег в такие стартапы и проекты, в которых они могли бы получать сложные проценты. Когда-то один человек, которого все на Земле признают гением, сказал: «Самым выдающимся изобретением человечества является изобретение сложного процента». Этого человека звали Альберт Эйнштейн, и ему принадлежат эти слова. Сложные проценты являются восьмым чудом света. Тот, кто это понимает, зарабатывает. Кто не понимает, платит. Почему? Объяснять не буду. Кому интересно, стучитесь в Skype. Видеообзор не тот формат, в котором можно устраивать экономический ликбез. Для тех, кто не знаком с экономическими науками, скажу просто. Сложный процент образуется при инвестировании тогда, когда имеется возможность реинвестировать получаемую прибыль, увеличивая тем самым свой первичный инвестиционный капитал. Кому непонятно, что я сказал, отмотайте ролик назад и прослушайте еще раз. Что при этом происходит с деньгами? Благодаря сложному проценту ваш капитал увеличивается не линейно, а экспоненциально, что с одной стороны позволяет инвестировать меньший объем денежных средств, а это в свою очередь приводит к снижению коммерческих рисков. Каким бы трудолюбивым человеком вы не были, сколько бы часов в сутки вы не работали и сколько бы людей вы бы не наняли на работу, вы должны понимать, что самый лучший ваш наемный работник – это деньги, потому что только деньги могут работать на вас 24 часа в сутки. Кто это понимает, у того деньги только прибавляются. Это понятно. Хорошо, идем дальше. Перейдем от экономических теорий к практике. О компании FutureNet я записал несколько роликов, которые при желании вы можете посмотреть на моем канале. Этот ролик предпоследний из серии видеообзоров, которые я запланировал записать о FutureNet.
Когда запишу последний, точно не могу знать, потому что это будет видеоотчет о проделанной работе и о том, что в результате этой работы в итоге удалось получить. А сейчас я расскажу вам о третьей бизнес-платформе компании FutureNet, которая называется FutureNet Pro. Эта бизнес-платформа представляет интерес исключительно только для тех людей, которые имеют какой-то свой бизнес или имеют деньги и хотят выгодно их вложить. Неважно, какой у вас бизнес, офлайн или онлайн, если вы заинтересованы в его развитии и расширении, вы можете сделать так, что о вашем бизнесе или о вашей компании узнают не только пользователи постсоветского пространства, но и интернет-пользователи из стран Западной Европы и Америки. Я знаю, что в Рунете есть много интернет-предпринимателей, которые очень заинтересованы в том, чтобы получить реальный выход на зарубежные рынки. Но их возможности в этом плане очень ограничены. Сегодня, благодаря компании FutureNet и ее платформе FutureNet Pro, вы можете рекламировать и продвигать свой бизнес в любой стране мира, если у вас в этом есть необходимость. FutureNet Pro – это рекламная платформа, на которой пользователи со всех стран земного шара покупают рекламу и продвигают свой бизнес. Если вы не покупаете рекламу, никакого бизнеса у вас нет. Это вам только кажется, что он у вас есть. Даже если сегодня он у вас есть, завтра его у вас не будет. Потому что есть экономический закон, который гласит: если ваш бизнес не развивается, рано или поздно он умирает. Почему? Потому что если вы не развиваете свой бизнес, это не означает, что и ваши конкуренты тоже не развивают свой. Пройдет время, и если вы не будете предпринимать никаких действий по раскрутке своего бизнеса, не будете вкладывать деньги в рекламу, вас потихоньку отожмут в сторонку, и вы потеряете свой бизнес раньше, чем успеете это понять. Когда я общаюсь с интернет-предпринимателями, я часто задаю им вопрос: скажите, пожалуйста, сколько денег вы тратите на рекламу? Если человек мне отвечает, что денег на рекламу он не тратит, то извините, что бы он мне дальше ни говорил, я понимаю, что он ничего не зарабатывает в интернете. А если и зарабатывает, то жалкие копейки. Сегодня все успешные предприниматели постоянно расходуют на рекламу от 10 до 30% от суммы получаемой прибыли. Потому что без рекламы деньги умеет делать только монетный двор. Вы это понимаете. Но где сегодня вы покупаете рекламу? Если вы серьезный бизнесмен, то рекламу вы покупаете на таких площадках, как Яндекс.Директ, Google AdSense, в социальных сетях Facebook, ВКонтакте, на других каких-то рекламных площадках рангом пониже, в тизерных сетях, мелких рекламных агентствах, буксах и так далее. Что вы при этом получаете и как происходит сам процесс? Вы отдаете свои деньги в надежде получить целевой трафик на ваши интернет-ресурсы. На какую конверсию вы рассчитываете при этом? 2-3%. Так? Так. Конверт 5% считается огромным успехом. Но конверсия бывает и нулевой, не так ли? Бывает. А точнее сказать, с кем не бывает. Но какой бы ни была конверсия, когда вы покупаете рекламу, вы всегда отдаете свои деньги и прощаетесь с ними раз и навсегда. В данном случае расходы на рекламу – это ваш пассив. Именно поэтому многие не покупают, а точнее боятся покупать рекламу. И это понятно. Никому не хочется тратить деньги, когда не знаешь наперед, что ты за это получишь. В том-то и фишка, в том-то и уникальность платформы FutureNet Pro, что только здесь ваши расходы на рекламу
превращается из пассива в актив. Когда люди в один прекрасный момент наконец понимают, как это работает, они приходят в бурный восторг. Вы также будете в шоке, когда поймете. Объясняю, как эта платформа работает. Сначала вам надо зарегистрироваться бесплатно в социальной сети FutureNet. Переход на платформу FutureNet Pro осуществляется путем нажатия на кнопку «Бизнес» в личном кабинете сети FutureNet. Для того, чтобы начать зарабатывать, вам необходимо приобрести как минимум один рекламный пакет стоимостью $50. После покупки вам будет доступно 800 показов вашего рекламного объявления. Для того, чтобы быть квалифицированным участником, чтобы получать ежедневный бонус, вам надо просматривать 10 рекламных объявлений каждый день по 30 секунд эти объявления. 10 объявлений – это 5 минут будет расходоваться вашего времени. Для получения большей прибыли вам необходимо приобрести большее количество рекламных пакетов. У вас есть две возможности – купить рекламные пакеты только для привлечения трафика или купить минимум один рекламный пакет, а максимум здесь можно купить только 1000 пакетов, и просматривать каждый день 10 рекламных объявлений и получать процент дохода от прибыли компании. На одном аккаунте можно иметь максимум 1000 пакетов и можно иметь только один счет на одну семью. Как вы уже понимаете, ваш доход FutureNet Pro зависит от количества рекламных пакетов. Чем больше у вас приобретенных рекламных пакетов, тем больше прибыли вы получаете в компании. А также большее количество купленных вами рекламных пакетов дает вам и большее количество трафика на ваш сайт или лендинг-пейдж с разных стран мира. Таргетинг здесь настраивается. На какую страну вы захотите, чтобы транслировалась ваша реклама, с такой страны и будет идти трафик на ваш интернет-ресурс. На этой площадке вы можете зарабатывать без приглашений и без каких-то продаж обязательных пакетов, когда на некоторых рекламных площадках, чтобы зарабатывать, нужно продавать кому-то пакеты. Нет, здесь вы сами покупаете пакет. 1, 2, 10, 100, сколько хотите. И рекламируете какой-то свой сайт, свой блог, свой лендинг-пейдж или компанию, и при этом еще и зарабатываете. Друзья, рынок интернет-рекламы растет не по дням, а по часам. И сегодня доход, который генерирует рынок интернет-рекламы, составляет $1 миллиард в день. Тогда как в классической рекламе при высокой ценовой политике сейчас наблюдается серьезный спад. FutureNet – это ваш серьезный шанс построить прибыльный бизнес на востребованном и быстро растущем рынке интернет-рекламы. Вы знаете, что социальные сети зарабатывают миллионы и миллиарды долларов на продаже рекламы. Компания FutureNet – первая социальная сеть, которая использует придуманную в США модель рекламы, которая называется RevShare. Эта модель предполагает участие самих рекламодателей в получении прибыли от продажи рекламы, которую получает компания. То есть это так называемое участие в прибылях. Вы только подумайте и представьте себе те возможности, которые несет в себе FutureNet. Вы абсолютно ничем не рискуя вкладываете деньги в покупку рекламы своей компании или своего инфопродукта, получаете целевой трафик на свои онлайн-ресурсы не только бесплатно, но при этом вы еще и зарабатываете хорошие деньги. При этом вас абсолютно не волнует конверсия, потому что вложенные деньги в рекламу вы не теряете. Они к вам возвращаются с хорошей прибылью. Если у вас нет продаж, все, что вам надо сделать, это поменять дизайн вашего лендинга. Потому что если вы не продаете, значит ваш лендинг выглядит неубедительно.
Но деньги-то вы не теряете, как обычно, когда покупаете рекламу на других рекламных площадках. Понимаете, в чем самая интересная фишка FutureNet? Окей, друзья. Хочу, чтобы вы правильно понимали, что происходит. У одних людей, когда они видят возможность делать деньги, сразу в голове включается бизнес-фантазия, открывается видение перспектив и начинается процесс творческого мышления. У других либо вообще ничего не включается, когда они видят возможность, либо у них включается защита от потока новой информации на уровне подсознания. Отчасти это вызвано естественными причинами. Когда нужно думать, и в работу включается мозг, он требует расхода огромного количества энергии. Но еще из тех знаний физики, которые мы получили в детстве, еще в школе, мы знаем, что всякое тело, добавлю, особенно ленивое, стремится к покою. И когда оно подвергается воздействию внешних сил или раздражителей, у него включается нейронная система защиты экономии энергии. Особенно это характерно для нетренированного мозга, который не привык напрягаться. Поэтому при появлении возможности заработать много денег, такие люди остаются инертными и не предпринимают вообще никаких действий. Почитайте истории успеха богатых людей. Никто никогда не тянул их силой на веревке в светлое будущее. Все они всегда сами предпринимали какие-то энергичные действия для того, чтобы заработать свои миллионы. И если сегодня вы не хотите зарабатывать деньги, поверьте, вам один, ну, может быть, два раза предложат присоединиться, а потом оставят вас в покое и никогда больше не потревожат. Вы на всю жизнь останетесь буксовать на том месте, где вы находитесь сейчас. Если вас это устраивает, нет проблем. Но это ваш выбор. Окей, друзья, если какие-то места или моменты в этом видео были для вас непонятными, серьезно вам говорю, промотайте ролик назад и прослушайте эти места снова. Если вы хотите получить больше информации, стучитесь ко мне в Skype. Пообщаемся. Вы получите ответы на все ваши вопросы. Онлайн-бизнес – это бизнес общения. Не бойтесь общаться и спрашивать. Мои контакты вы можете найти в описании внизу под этим видео. Обращайтесь в любое время, когда я в сети. Всегда готов к диалогу и всегда готов прийти на помощь, если это кому-то нужно. На этом я буду заканчивать свой монолог. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Желаю всем удачи, здоровья и хорошего настроения. Присоединяйтесь к компании FutureNet и будьте успешными. Спасибо вам за внимание. До новых встреч в следующих видео. Зарабатывайте!